Я сейчас покажу вам несколько движений, которые тренируют талию, и после которых одна из моих студентов сказала, что даже после часа занятий она чувствует, как талию как будто подшлифовали. Смотрите. Почему? Вот здесь находится печень, здесь находится селезенка. Оба органа отвечают за качество крови и выведение шлаков из организма. Ну, как вы знаете, исходя из того, что мы сейчас едим и чем мы дышим, в организме достаточно много шлаков. Иногда их накапливается столько, что печень не может их выводить. И тогда организм, который заботится только о нашем здоровье, обволакивает печень жировой прослойкой. Вы заметили, что когда вы решаете потерять в весе для какого-то важного события и начинаете бегать или заниматься спортом усиленно, то организм чаще всего не делает то, чего вам хочется. Он не отдает те жировые прослойки, которые лежат как раз в стратегических местах, например, на талии. А как раз наоборот, он вытаскивает что-то из самых важных, красивых областей женской фигуры. Это естественно, потому что организм заботится о вашем здоровье, а не эстетических потребностях. Но нам они важны, поэтому если мы будем массировать печень и селезенку, а также саму брюшную полость, то вывод шлаков из организма будет намного быстрее, эффективнее. Тогда вашему телу не надо будет паковать жировую прослойку. И вы заметите, как вдруг случайно, неожиданно, все жиры растаяли, и, соответственно, талия становится подтянутая, узкая и красивая.